Тут офигеть, он реально гигантский! Пацаны обгоняют, до свидания, Мал, хорошо все. Капец, что это? Чуть затратайка! Она просто переворачивается, пацаны! Всем привет, дорогие друзья, с вами Казак и Барт и Мало, и сегодня у нас будут трансформаторные гоночки в Гутушке Путу. Да йоу, пацаны, всем здорово. Всем здорово, чуваки. А, погнали, как я это люблю-то, когда вот так вот в небе начинает... Чё? Ай, ребята, это гонка, короче, типа наподобие кубика Рубика. Если мы сейчас будем спускаться, то это просто будет очень офигенно выглядеть. Да-да-да, сейчас надо обратить внимание как раз-таки назад. Вы посмотрите, это огромный кубик Рубик. Ема! Чё там видно? Всё, серьёзно? Офигеть, он реально гигантский. Такой? Реально перемешан. Да, он реально здоровый. Так, оба. Давай. Ой, я взял чекпоинт, отлично. Взял, можно взял. Просто nice. Чётенько. Мы, получается, сейчас между вот этими штуками. Красавчик. Так. Да, я тоже не прыгнул, почему? Почему он ж, типа... Никто не прыгнул. Капец. А там, типа, это ресается фигня. А как прыгать, я забыл? Да. А, во, все, вспомнил. Да. Нет, у меня не на Е, у меня на сосок. Все, хорошо, понял. Я просто тут от бои грандиозные шутки посмеялся. Очень как-то долго кдэшится. Да. А, у него восстановление же там вот внизу, я забыл. Так. Давай, прыгай. Блин, ну обалденная гонка. Да, реально, вот что-то необычное. Вот я люблю гонки те, которые отличаются от других своей оригинальностью. Пожалуйста. Охрененно. Ярик, куда там вниз надо? Мартышка. Так. Да, здесь просто вперед. И Мал, ты чё такой первый-то, а? Давай а я тебя я должен буду... быть не первым, а? Да, я должен быть первым, потому что я электрический вот. Робот. Да. Ты сначала отбей себе свою первую позицию. Да сейчас я как током тебя отобью. Да. Мы, кстати, первых три позиции, да, занимаем или... Да, вроде да, ты за нами и получается так. Опа. Давайте, сейчас затащим. Это трансформация или нет? Да, это вроде трансформация. Только я не понимаю, где там будет. Пока что ничего не вижу. Ну, можно просто так сделать. Ну, мне, по крайней мере, нравятся просто вот эти. Мне вот этого хватило в этой гоночке, реально. Дальше самолет у нас, короче, пошел. Самолет, ну вот и здравствуй, трансформация, так... Оба. Да. Видите, возьми чекпоинт, пожалуйста. Хорошо-то как. Реально очень сильно вот эти вот перелеты энергичные были. Братишка, ты что вниз летишь? Братишки держались до последнего. Ай, а куда там? О, там еще новые самолеты, Мал. Аккуратно лети. Да, Кузак, привет. Здорово. Вижу, куда лететь. А что не летит? Куда? Там, ну, так вот, да, далеко. А куда вообще лететь? Ярик, хочешь, знаешь, что я хочу тебе сделать? Я хочу тебя сбить. А вот там тебя уже на этих самолетах? Да, я сделаю это. Не надо. А, уже отключили сразу парашют, вот хитрые вы там. Не знаю, прям сейчас я ехал такой на челика, типа, и он отключил парашют, чтобы я его не сбил. Я уже давно на самолетах, ты чего? Хорошо, я все понял, Мал, запоздала реакция просто. Так, а где чекпоинт-то? Да, я уже тем временем обогнал. Да ладно, я что-то запутался, я не могу понять, где чекпоинт тот, который изначально в кубик Рубики. С какой стороны? Да, кстати, я забыл про Эр, вообще что-то в гоночке как будто бы недавно не играл. Дальше, самолётики маленькие, трансформация, тихо, я перелетел. Обалдеть, лол. Оба. Все, понял. Это что? Маленькие самолетики? Это дико тяжело. Хорошо. Это блин, тяжело. На пятой позиции очень фигово. Надо это очень эпично. Выравниваться уже не точно первый не получится. Дальше, машина-ракета. Вижу. Еще раз самолет. Так, где чекпоинты? Ты куда же летел? Капец, там чекпоинты, они стоят-то, а. Нет. Ясно. Чисто... Вот с какой чекпоинт ты, пацаны, уже? 29-й. Офигеть. Красавчики. У меня финиш-то, кстати, алло. Чё-то вы быстрые, пацаны. Вижу. Да, я финиширую первый, чуваки. Капец, если бы я там не залоханился, то бы я бы, наверное, за тобой сейчас финишировал. Окей, хорошо. Оба. Вертолет. Вертолет. Чё, серьезно? Я, возможно, буду вторым, пацаны. Боже мой. Да, ты будешь 100% вторым, потому что ты уже... Ты далеко, да? Да, я это... На 28-й вообще. Так, вижу, машина вижу. Труба. А там, на платформе сверху. Капец, я приезжаю вторым, друзья. Я очень рад, что всех обогнал. Ну, кроме Мала. Ну, да. В принципе, замечательно. Все, изи финиш. Я еду третий. Все, слава богу. Я, кстати, думал, что на пятый. Я, получается, сейчас за вами финиширую. И как ты говорил в начале гонки, что мы финишируем все, так сказать, ну, очень. Банды, можно так сказать, да. Все призовые места заняли. Хорошо, да, я такой бронзе, вверх, короче. Вверх, так, вверх. Выше облаков, да. Мы танцуем вверх, головой. Хорошо, вверх и наружу, вверх, как говорится, и вниз. Сразу вниз. Так, так, давай. Тихо! Чё? Вы видели? У него отключились двигатели просто, когда я так накренил его. Жесть, он какой просто слишком маневренный. Так,
Давай, давай, давай. Давай, на финиш. Ты смотри на эту тачку. Ты к финишу. Мне еще так не везет. Это быстрее, пока меня не погнал никто. Давай, 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 давай. Я тебе сказал тебе. Ребят, серьезно, не моя гоночка. Ладно, со второй гонкой у меня реально что-то получится. Сейчас это была разминочная гонка. Ну что, пацаны, у нас следующая гоночка на Неро. Да, Неон, точнее. Если вы приедете последними, то я позвоню в НАТО. В НАТО? Нифига себе. Так, нифига себе, как бы тебя вырулили-то, смотри. Вы что сделали? Я еще и выехал. Стоп, это электрокар, как я понял? Да, это новая гонка. Офигеть. Да-да-да, кстати, он новый, он там в объявлениях был, точнее. Обалденный вообще. Так, я хорошо, пацаны, я теперь не упущу никакие первые пазы. Чё? Что? Ты меня одного, представляете, перевернуло задом наперед, и я потонул. Да что такое? Меня просто перевернуло, я до последней позиции. Я типа полностью перевернулся, понимаете? Вообще прикол. На карка. Такой лох просто пожалуйста. Вот это скорость. Надо, наверное, чтобы... Так это топово, слушай, на барже-то. Это молния Маккин. А я не понимаю, какая моя-то тактика. А, серьезно? Там типа лицо? Так вы реально едете так это... Близи друг другу. Я ходил дальше, катаюсь. Капец, а что оно такое медленное-то? Челик утопили, смотри. Да, она реально переворачивается так жестко. Взяли чела, утопили, красавчик. Он, кстати, нормально потом возродился. Полетели, лети. Летите, летите. Я сразу утопила. Я тоже. Кстати, да, мне кажется, надо сразу возрождаться. Так. Блин, раз. Я тебя мало подрезать. Первый. Так, хорошо, берем чекпоинт. А я не смог тоже, пацаны, оно почему топится, хорошо. Это красивый перелет там. Смотри, какой-то. Блин, а... Нет, это проезд. Тихо, да. Переворачивайся. Это проезд, хорошо. Ой, это что за такое корыто, как меня перевернуло? Тихо! Нифига там отецкие дырочки, стрелочки показывают, куда лететь. Вы, пацаны, что-то вообще быстро удрали, хотя мы на одинаковой скорости все были буквально 15 секунд назад. Как на ней ехать-то? Нормально, пацаны. Пацаны, обгоняют, до свидания, мало, хорошо, все. Капец, что это? Чуть затратайка. Просто все. Она просто переворачивается, пацаны. Что с ней не так с этой тачкой? Ай, я взорвался под конец. Все. Едем. Жесть, пацаны. Гонка угорелая просто. Другого слова нельзя набрать. Офигеть. Че? БТР. Да. А, вот, я, кажется, тебя вижу. Желтенький, здорового, да, братишка. Да, да, он. Так, все, сейчас, да, гоним. Всех обгоняем. Фух. Главное, что мы оторвались от основной толпы, то есть сейчас нам никто это, да, не будет толкать. Куда оторвались? Меня подожди. Как он меня обгоняет? Следующие гонки, мал, следующие гонки. Капец, он долго заезжал. Здесь опять же этих баржек огромных. О, давай, БТР, пожалуйста. Ну нет, ну пожалуйста. Я не хочу на них, они реально медленные. Смотрите, пацаны. Они настолько жесткие, эти баржи. Ага. Очень неудобно на них. Летать. А, воздушный карман, пацаны, берем. Воздушный карман, вы что, забыли, что ли? Да, хорошо, кстати, как все. Это взять на барже? БТР вообще не придет, кстати, такие крылья поставите в воздушный. Нормально, я зарезался, возможно, буду быстрее, парень. Еще там под воду едет. Нифига, вы не удирали там так сильно, мы еще плывем, пацаны. Тихо, тихо, стой. 40 секунд, довольно-таки много. Все, хорошо. На баржу? На парашюте. Я уже испугался, что там в баржу на этой. Так, ладно. Так, здесь хорошо. Так бежать. Давай, самолетик. Долго, автобус, автобус, самолетик, пацаны. Реально, ты меня обогнал, я упал. Так, самолет, да, бежал, вторая позиция, слава богу. Как второй, 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 мал. На автобусе, реально? Да, прям, там потом трамплин на автобусе, трамплин куда-то высь. Офигеть. А, тихо. Класс, ладно. О, я рекордовал. Там глайд на автобусе, где-то... 5 километров, шучу, 500 метров. Так, ладно. Глайд на автобусе? Глайд на автобусе. Да, да. Нифига вы там, наверное, летите, не могу посмотреть. Так, оба. Все, хорошо. Я на первой позиции, пацаны, меня ничего не подвело. Все как хорошо. Раскрывай свой потенциал, как говорится. Я между мусором попал. Хорошо, как оба. Куда гладить? Куда гладить? Давай вперед, вперед. Да и что такое за дерьмо? Ты почему такой лох? Скажите мне. Реально упал под конец это? Да! Да! Все, упал! Давай, 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 ускоряйся ты! Литературочка! Ой, Ярик, я прям за тобой! Литературочка мне послышала, что? Давай, 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 давай! Ну, я беру разгон, возможно, буду пятым. Нет, возможно, обгоню этого челика. Я должен их обогнать всех, пожалуйста, так. А там что уже, финиш скоро? Не знаю, финиш или нет. Там велосипед скоро. Да, там велосипед, пацаны. Какой велосипед? Да, перелетел. Фух.
Давай, 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 давай. Нет, я уже помою. Там потом допилась, пацаны. Опа, вы что здесь сиваете, серьезно? Давай, Капец. Газу и козу, любименький. Так, давай. Объеду это все нахрен. Что за дырки? Нафиг. Хотя нет, надо. Пацаны, посмотрите, 46 чекпоинтов. Еще долго мы здесь будем путешествовать. Вообще кайфная карта. Серьезно? Реально. Это все транспорта. Гонка на всех видах машин. А это мало, жесть. Да она здоровая. Капец. Да я за тобой еду, куда взял? Понял? Я думал, только велосипед. Гонка машин. Потом еще на катафалке какого-то это там. Кеннеди 6-го и везем в ней. Это жесть. Это реально очень круто. Под впечатлением. Очень так, круто. Сейчас дрифт на катафалке, давай, пацаны, давай. Жух! Да-да-да. Он мне сейчас, знаете, какого цвета? Он у меня голубой. Еще что-то. Так. Давай, догоню их, догоню. Нет, не догнал. Третья позиция. Две гонки подряд на третьей позиции. Пацаны, я бронзовый мальчик. Отлично. Чау! Так, что у нас третья гонка? Да. Хорошо, погнали. Они, кстати, не прокачаны, так как это автоматик вроде бы, да? Оу, вы что там друг друга подрезали, да, пацаны? Я так люблю. Вторую гонку. Так, я так чувствую, что я сейчас врежусь в пацана, который не сможет пройти. Это автоматика, да? Да. По-моему, да. Нифига себе там это. Это жесть, пацаны. Нифига там слайд, пацаны, там просто жесть какая-то. Это что за машина? Там капец. Что такое? Там капец, там такой слайд долгий. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Там жесть, пацаны, там такая скоростная гонка. Я перелетел трубу. Я тоже. Так кто-то еще улетел просто далеко. Так, ладно. Это что за корыто? Да, корыто, кстати, сильное такое. А, вот это, кстати, нормальная тема. Да-да-да, из Mad Max'а, как вы там говорили. Прет неплохо. Во-во-во-во. Да, но здесь, видишь, она слишком сильно прет для такого. По внедорожью едем чисто. Так, бро. Да, это моя трамплинка будет. Давай. Долбанись. Вот, пацан, все из-за тебя. Вот что ты наделал-то? Вот, ненавижу таких. Так, вы уже прошли вот эту черную, которая приземляться надо. Все, я все понял. Я один такой. Обалдеть, мне так нравится. Реально на двух колесах поехать мне вообще. Че? Реально? На двух колесах? Да. Вот по внедорожью вообще кайф. А, да ладно, как он может вообще стоять на два колеса, он же. А дальше Вулрайт ты какой пошел? Ой-ой-ой-ой-ой. Да? Там какой-то русский Вулрайт. Вулрайт на этом ведре, серьезно? Да. Что только не придумали. Капец. А, на Бэтмобиле, потому что на ведре. Все. Не-не-не, так, бам! Ясно! Я просто не представляю, что там. Мне и так уже хватило двух гонок, а что там. Это будет еще. Здесь вниз надо на них спускаться. Так его сносит реально, капец как! Его реально сносит, как мы это прошли-то? Как вы? Просто на полном разгоне налево жми. Баранку налево. Охренеть, я все понял. Я, по-моему, точно. Я спиральку не проехал. В этой гонке я не лакер, нифига. Ребенок хорош! Давай, ускоряйся, пожалуйста. Потяни! Мобиль! Да, я проехал. Смог. Нормально. Отлично. Ты первый, кстати. Че там потом на маршале какие-то тупые, не тупые штуки под названием спирали? Да. Ну все, их-то я пройду. Вообще, в этой гонке происходит? Во всех гонках, не особенно, да, у меня все запомнились. В особенности. Не, вот вообще. Кубик Рубик мне больше всего запомнился из всех наших гонок, потому что это было супер. Хорош. Это просто-напросто гол. Я не попал. Да. Нифига, ты финишировал второй раз на первой позиции, красава. Давай, разворачивайся, спасибо. Проеду. Давай, Маршал, не заносись. Блин, Маршал такая стоячая тачка. Это так обалденно, настолько адреналин вырабатывается. Да-да-да, когда едешь такой на последней позиции особенно. Да-да-да, я, кстати, третий приезжаю. Каждой гонке какая-то нормальная позиция у меня сегодня. Ну хотя да, да ясно все, вот в последней гонке мне реально не везет. Рокки пропускает. Ох, горит ясно, чтобы не погасло. Не, реально, теперь надо просто спускаться, и наконец-то я смогу взять чекпоинт. У меня на каждом чекпоинте какой-то лохотрон происходит, вот, к примеру, прыгать, вот типа такого. Прыгать? Как я смогу прыгнуть на этой тачке? Прыгать, короче, раскрывать парашют, разворачиваться, и потом... Можно было, вот если... Прыгай! Да как я на ней прыгну, когда она заново берёт? Она меня не видишь, не берётся, мне приходится заново. Так вот смотри, в чем прикол-то. Я его. Парашют раскрывай. Да не получилось. Да ты поздно пошел. Все. Гриз! Вот, пацаны, вот бывают у вас такие дни, что просто не идет гонка. Здесь ничего от тебя не зависит.
Парашют раскрывай. Вот, раскрыл. Всё. Тупая задержка стимспики. Парашют раскрывай, раскрыл. Я больше всего с этого ору. Все хорошо. Да все нормально, смотри, на двух колесах еду. Сейчас еще поезд поедет, будет вообще все отлично. Там уже близко. Ты какой справа налево? Я сейчас здесь упаду, взорвусь. Вот стопорим, вот просто на ровном месте. Да не-не-не, тут просто. Я серьезно сейчас перевернусь и взорвусь. 100% такое что-нибудь будет, так. Я сейчас специально хочу в занос сделать, чтобы она занесла, чтобы ее слова оправдались. Знаете, такое чувство. Так, ну все, пятая позишн, хоть какая-то, хотя бы не НФ, и то меня радует, но две гонки предыдущие были... Ну, по крайней мере, я здесь тоже финишировал хорошо, все отлично.